Традиционно в мае сотрудники областного управления МЧС проводят большой спортивно-оздоровительный праздник для старшеклассников. Ребята целый год активно готовятся, чтобы достойно представить себя и свою команду. Знакомятся с амуницией спасателей, учатся надевать защитные элементы, разматывать пожарные рукава. Отдельный блок отведен теоретической подготовке. Все это не просто дополнительное знание. Это навыки, которые в случае чрезвычайной ситуации могут пригодиться ребятам в жизни. Все этапы трехдневных соревнований, они затрагивают максимальное количество вот этих мероприятий, которые могут и в жизни пригодиться. Ну и они живут, наверное, этим днем, год учатся, чтобы попасть именно на этот слет, поучаствовать, пообщаться, в конце концов, проверить себя, ну, знакомство, опять же, в пределах области, и лучшие будут представлять нашу область на республике. Брестская команда в 2019-м представлена коллективом колледжа железнодорожного транспорта. Пока есть время перед стартами, ребята активно готовятся к испытаниям, вспоминают все то, чему их обучали наставники. Педагог нас хорошо обучивал, он все знал, видимо, не первый раз уже сюда ездил, и вообще все было здорово. Первое испытание – презентация района и лагеря. Далее для школьников спасатели подготовили интересные и довольно разноплановые конкурсы. Боевое развертывание, туристическая переправа, преодоление водной преграды. Каждый этап ребята ожидали с нетерпением и, получив задание, сразу же отправлялись его выполнять. Конечно же, у кого-то получалось лучше, быстрее, кто-то оказался немного позади, но бесспорно каждый из участников слета получил массу эмоций и бесценный опыт, который может оказаться полезным и во взрослой жизни.